Тяжелая игра. Первый период получился вроде бы владели инициативой, пропустили два гола из-за собственных ошибок. Потом пришлось нагонять. Проявили характер и завершили игру, да, логическое завершение. Ничего особенного не говорил, продолжать играть в том же темпе, немножко добавить скорости, а также больше атаковать ворота, еще больше. Да, вошел в зону, Саша Китаров оставил шайбу, сделал хороший бросок, сыграл на добивании. Рабочий такой гол получился, но он был нужен команде, поэтому считаю, что после этого гола мы немножко смогли войти в игру еще лучше. Твои комментарии по матчу? Выиграли, любая победа. Это хорошо, положительные эмоции. Такой напряженный матч, как думаешь, что стало переломным моментом игры? Ну, когда забили первую шайбу, вот, и когда Саша Павлович сравнял счет. Хорошо. 2-3 много шайб. После первого периода перестроились, объясните, о чем говорил тренер в зале? Ну просто мы соперника перебросали в первом периоде, нам надо было продолжать делать все то же самое и ждать, как бы, пока мы забьем гол. Мы забили гол, как бы, и второй гол дался полегче. Впереди у нас Сочи, чего ждаешь от матча после Черного моря? Да ничего, побеждать надо.